Всем привет, с вами Илька Анисим из студио Эпитет. Сегодняшний 76-й микс посвящен тем, кто любит разножанровую электронную музыку. Сегодня новинки электронной музыки, которые не попали в чарты, но заслуживают внимания слушателей и пристального дальнейшего рассмотрения. Микс без моих комментариев вы можете послушать и скачать по ссылкам под публикацией. 4 джема Synth and New Disco составляют новый электронный пакет от Роберта Родригеса из проекта Monolo. Заключительный трек этого альбома Away for Too Long понижает темп до клубной медитации и определенно является одним из тех, которые используются для расслабляющих сессий. Thank you.
Надеюсь, не обидится на меня Татьяна Горошко за выставленную инструменталку ее совместной работы с испанцем Райко. Не секрет, что испанские нью-диско наковальни выпускают качественный продукт с низкоскоростным битом. Обязательно прослушайте полную версию трека «Солнцестояние» с вокалом Тани. Возможно, это будет для вас открытием. We'll be right back.
Сотрудничество музыканта из Каталонии, Висента Баллестера Перито и московского матча Юры Ильиных, создает мощный творческий результат, который невозможно упустить из виду. Песня, спетая Юрой, называется «Памятью», это холодные ритмы и прекрасные мелодии для вашего лучшего заката. Here's more than one memory of past. Here's again the wind blows and the spring comes, and it splashing makes something stirring us, and the distant ones in our heart sounds. Here is more than one memory of past. It's how spring comes. A distant voice in our heart sounds. So ink of the lovers, the dawn will ignite. There be no flurry, we trace the lovers. We smell it cooling, a finishing glass. Remind me of night, of red and flowers. Remind me of night, of red and flowers. Remind me of our night. Many, many days since we gave it up, and we've lived apart so many stories. Random meeting me middle of the night, why we making such a stupid story? Here is more than one memory of past. It's how spring comes, and a distant voice in our heart sounds. So ink of the lovers, the dawn will ignite. There be no flurry, we trace the lovers. The smell is cooling, a finishing glass. Remind me of night, of red and flowers. Настало время лейбла Lateral Records, который тщательно ищет новых участников и будущих талантов. Испанский дуэт из двух друзей Дэн Би и Течнис Джи Лауф с радостью представляет самый увлекательный жанр дефауса в треке Missing Piece.
продюсер и композитор The Sanctuary, продолжает восхищать своим последним синглом Hold On. Теперь этот сингл собирает вихрь поклонников, своим текстурированным и готовым к танцам, хаус-стилем. Смешение в этом эксперименте британского гаража с синтезаторами будущего дома и шаткими даунтемповыми синтезаторами подчеркивает много сходств. Мне нравится, как артист смешал разные жанры. Итальянский музыкальный руководитель, Марко Досси, второй раз попадает на Moura Records, но на этот раз для своего дебютного электронного релиза. Мы отслеживаем последний трек. Это ремикс от Autis на тему Under My Garage. Дуэт Autis, созданный Катериной и Дэвидом, музыкантами, родом из Сицилии, в 2019 году, когда жили в Турине. Из этих личных и артистических отношений проистекает музыка, сочетающая традиции Ambient IDM с техно и великобританским гараж, на которые оказали влияние такие современники, как Джон Хопкинс Фортет, Rival Consoles, Натан Фейк или даже Макс Купер. We'll be right back.
Мауро Масси из Буэнос-Айреса, Аргентина, продюсер Deep House и Progressive House, известен такими крупными лейблами, как Concepavale Recordings, 3RD Avenue, Just Movement, Amitabha, Balkan Connection, VVA Elements, The Pure и Sprint Tube. За свою короткую карьеру продюсера его уже поддерживали такие великие личности, как Эрнан Катане и Ник Уоррен. Он также является частью Nucor, дуэта, который создали на лейбле Flag Lab.
Парижский музыкант Вальмонт Ноудин собрал отличную молодую команду для своего проекта и запустил новый электронный релиз «Echoes Diaphanes». В этом альбоме молодой артист и его группа отправляют нас в вдохновляющее музыкальное путешествие, где волнообразные синтезаторы, мощные басовые линии и плавные перкуссии проведут вас через туманные тоны. А вокал Angel Borsche просто завораживает. Следующий микс от диджея Гуч Браун, который занимается музыкой с 2005 года и проживает в живописном городе Львове. Коричневый, высококвалифицированный, опытный и хорошо разбирающийся в разных стилях музыки диджей. Поэтому ему легко работать с любым танцполом. Следующий микс – это известная работа Зенита Танука, украинской музыкантши, дебютировавшей на Евровидении. Субтитры сделал DimaTorzok.
Выпустив свой дебютный сингл, Сэм Айленд призвал продюсера электронной музыки Каресму переработать проникновенную мелодию. Каресма или Райан Линдберг – музыкант с гор Эшвилла, Северная Каролина, в настоящее время базирующийся в Лос-Анджелесе, Калифорния. Направляя вдохновение, ремикс Каресмы превращает оригинальный вокал сингла в воздушную свежую электронную мелодию, которая дает представление о надежде в темные времена. Ремикс включает запоминающиеся вокальные партии, пышные синтезаторы и высокую партию скрипки. Лимон – это дуэт инди-фьючер из Лос-Анджелеса. Черпая вдохновение в классической поп-музыке, альтернативном роке и электронике, они создают неподвластные времени песни, объединяющие людей со всего мира. Я знакомлю вас с новым треком, который называется «Still in the Dark». Это красивая танцевальная песня о любви, с оттенком меланхолии и без страха показать свою эмоциональность, которая не теряет ритмов и магии синтезаторов. «Still in the Dark» – идеальная песня для прослушивания с друзьями, и для меня это лучший способ начать праздновать еще один уикенд. Hope that you don't care.
Следующая работа от Memorex Memories была выпущена в сборнике Vesper лейбла Stratford Station и снова возрождена, или восстановлена, в этом году после атаки мошенников на компьютер Маэстро. Шон Харт, известный под сценическим псевдонимом Memorex Memories, шотландский электронный музыкант. К счастью, Маэстро регулярно делал резервные копии своих данных, поэтому третий альбом все-таки был выпущен.
Luxury Waves – это неизвестный электронный проект из Портланда, в котором звуковые ландшафты сочетаются с роскошной атмосферой. Трек «On the Tow», созданный Luxury Waves, представлен вашему вниманию для заключительного ознакомления с моим музыкальным блендером. Шестой микс Dream 3 формировался материалами платформы SoundCloud, специально отобранными из жанровой электронной музыки, и не без помощи звуковых файлов синтеза речи от сайта www.apihost.ru. С вами был Илька Анисом и студио Эпитет. Смотрите и слушайте нас на платформах YouTube, Facebook, Rutube, Telegram, ВКонтактах и на SoundCloud, по ссылкам, указанным ниже под публикацией. Всем пока-пока, до новых встреч. Слушайте только стильную музыку.